Почетного гражданина Хабаровска сегодня выбрали путем голосования депутаты городской думы. Парламентариям предстояло определить, кто из трех кандидатов пополнит почетный список. Сергей Наманюк, учредитель благотворительной общественной организации, Станислав Глухов, гендиректор издательского дома «Гранд-экспресс», или Александр Князев, ветеран, участник конфликта на острове Даманском. Трое все люди очень хорошие. Очень правильно выбрали позиционность в нашей, будем говорить, сфере жития. Голосовать решили тайно. В выборах приняли участие 29 парламентариев. По итогам 4 бюллетеня оказались недействительными. 3 депутата отдали голоса за Станислава Глухова, 4 за Сергея Наманюка. Большинство же народных избранников проголосовали за Александра Князева. Таким образом, почетным гражданином города Хабаровска избран Князев Александр Леонидович. Александру Князеву 68 лет. Он ведет активную работу по развитию ветеранского движения. Возглавляет городскую общественную организацию «Даманцы». Входит в состав Краевого совета по охране памятников истории и культуры. На сегодня уже 63 гражданам, 14 из которых проживают в Хабаровске, присвоено звание почетного гражданина. Анастасия Краничук, Дмитрий Маклаков и Дмитрий Папуша. Хабаровская студия телевидения.